е саламом, мальчики и девочки, которые не слушают попсовые куплетики. С вами РУ-ТВ и я, малышка Ханна. У нас здесь полная нирвана. Ну, как нирвана? Скорее, четкий рэп. Хип-хоп-чарт приветствует всех. Меньше слов, больше дела. Погнали! Да, я читаю рэп, а вы не знали? Открывает список самых российский рэпер грузинского происхождения Ливан Горозия. Вы только послушайте, как сексуально звучит его фамилия Горозия. Готовы прокачать свои локти? Элван вам поможет. Все танцуют локтями. Поехали. Где бы я ни был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Где бы я ни был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Где бы я ни был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют. На четвертом месте романтик Тимати и его протеже Кристина Си. Здесь все конфетно и букетно. Предпоследний этаж Москоу-Сити, она на Неве, где разводят мосты. А тут таксует Тимати и предлагает ее подвезти. А дальше не будет как прежде, с Кристиной срывают одежды. В общем, песня 16+, скажу я вам. Предпоследний этаж Москоу-Сити, она на Неве, где разводят мосты. В эту ночь мы из разных точек любовались сиянием одной и той же звезды. Пока мы не знакомы, и ты живешь с мамой дома, и ты не знаешь меня, и не качаешь альбомы. Пока мне просто сходит с рук весь женский трафик, и я живу как хочу. Ну какой чарт без главной королевы R&B хип-хопа, у которой стройные ноги и красивая попа. И здесь я вовсе не рифмую, а говорю очевидные любому вещи. Засвеченным достоинством и громкой музыки третье место. А здесь у нас тот самый Слим из центра, который знает все о девчонках с процентом погрешности. И если бы не правда жизни, я сочла бы его трек за стёб, но нет. Похоже, что Слиму такие ласковые лапули вполне по душе, и он готов втирать им о любви покруче Коли Баскова. Так он сам утверждает, я не проверяла. Ваш выбор, второе место. Хотят быть как Бонни и Клайд, вдвоем по краю сбежать на остров необитаемый, я по району накидываю. Пришло время отчитаться молодому рэперу перед любимой мамочкой. На первом месте мод. Нарисованные тачки, длинноногие модели в купальниках. А главное, офигенный трек «Мама, я в Дубае» принесли послушному сыночку моду заветный респект хип-хоп-чарта. Я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Теперь вы знаете, где искать мото, а я отдыхаю по клубам в субботу в коротеньких шортах, в цепях с микрофоном. Всех вас заряжаю кочевым музоном. До скорого, Чика, до скорого, бой. Это был хип-хоп-чарт, я Ханна. Прощаюсь с тобой.